В определении суда была предоставлена такая возможность, законом это предусмотрено. То есть нашлись люди, которые внесли за него залог. Кто был залог? Кто эти люди? Информации такой нет на сегодняшний день. То есть на сегодня поступили документы следственного изолятора о том, что залог внесен. Деньги поступили на казначейский счет. Поэтому администрация исполняет определение суда. А в дальнейшем как тогда будут поступать при заседаниях суда? Вызов? Ну, конечно, то есть, кроме того, что была возможность внесения залога, определением суда обозначено, что подозреваемый на стадии досудебного расследования не имеет права без разрешения прокурора выезжать за пределы места жительства, в частности города Кривого Рога, менять место жительства, при смене места жительства уведомлять и периодически являться, скажем так, чтобы контролировать исполнение этой меры пресечения, которая на сегодняшний день ему избрана, в данном случае уже в виде залога. Когда мы обращались следователи с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения содержания под стражей, почему с такой мерой пресечения мы с таким ходатайством обратились, были данные о том, что он может скрыться.